Здесь были управляющие Старбакса, здесь был директор Манчестер Сити, здесь был управляющий директор компании Nestlé. У студентов есть еще возможность встречаться с инвесторами. То есть, если вы хотите создать свой стартап, сюда приезжают представители инвестиционных компаний, и вы можете презентовать им свой проект. Нам приводили примеры, когда студенты могут еще на этапе обучения получить финансирование в свой проект. Метод преподавания напоминает спектакль или выступление. То есть преподаватель здесь заинтересовывает. Такой элемент типа комеди-клаба, когда выступающий общается с публикой в юмористическом формате. Потому что это дает эмоции. По психологии, если человек испытывает эмоции во время обучения, то он запоминает материал гораздо лучше.